Жители областного центра арестовали за выращивание запрещенного растения. 40-летний мужчина организовал нарколабораторию в домашних условиях. Подробности о деле предприимчивого гражданина в следующем сюжете. Полицейские Восточно-Казахстанской области ликвидировали нарколабораторию по выращиванию марихуаны. В январе текущего года сотрудники криминальной полиции получили информацию о причастности одного из жителей Усть-Каменогорска к незаконному обороту наркотических веществ. В результате санкционированного обыска по месту жительства гражданина оперативники обнаружили тщательно подготовленную и скрытую от глаз окружающих лабораторию, где происходило культивирование марихуаны. При обыске изъято 154 куста марихуаны. При этом общий вес наркотического вещества составил свыше 19 килограмм. Действия арестованного с санкцией суда 40-летнего подозреваемого мужчины квалифицируются по статье 300 части 2 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества. Санкция, которая предусматривает лишение свободы от 3 до 8 лет. Выращиваемые в горшках наркосодержащие растения размещались в двух подсобных помещениях, где для их благоприятного роста соблюдалась определенная температура и влажность. Карина Мурадова, Алтай Акпарат.